Меня зовут Алена Буждит, я из Украины, город Бровары. Хочу представить вам свою работу, которая называется «Нити надежды». Иногда жизненные трудности, разочарования, обиды ложатся тяжестью на сердце. Они оставляют глубокие раны. Сложно оставаться оптимистом и не утратить желание наслаждаться жизнью. Когда становится совсем невыносимо, нужно зашить свои раны нитями надежды и веры и позволить себе снова любить, радоваться и жить. Женщина изображена черно-белой. Отсутствием цвета я показываю эмоциональное выгорание. Но все же голова ее поднята, несмотря на трудности на ее жизненном пути. Здесь они в виде ледяного дождя. Она движется им навстречу без страха. Красные нити – это символ надежды, исцеления, лечения этих ран. Для кого-то это вера, для кого-то любовь, а кому-то просто нужно время.